Ребят, всем привет! Сегодня была в поликлинике у терапевта, и вот хочу вам рассказать. Тот, кто хочет сделать что-то хорошее для людей, у кого дофига денег, там, да, благотворительности, кто занимается всеми делами, сделайте, пожалуйста, нормальные компьютеры в больницах. Ну, или это касается нашего президента, если есть такая возможность. Просто по полчаса на одного пациента уходит, просто потому что висит компьютер. Очень долго времени занимает, чтобы просто выбить ему направление там, к другому врачу или направление на анализ. Очень-очень много времени занимает. Ты просто сидишь вот там на стуле, и это просто очень, ну, очень много времени. Потом в регистратуре. Там мы тоже стояли, там уже толпа такая, потому что висят компьютеры. Но ничего не может сделать человек, который там работает, потому что висит техника. Из-за этого стоит вся больница. Рабочий день идет, получается, у врачей. Люди все прибывают и прибывают, потому что не могут попасть в свое время. Время отодвигается, отодвигается, отодвигается. Из-за того, что компьютеры не успевают работать, они не успевают обрабатывать эту информацию, распечатывать. Вот, и занимает очень много времени. Если человек отработал свое время, например, ему надо уже пора домой, а тут еще люди стоят. Вот я не знаю, как в этой ситуации. Он, наверное, доработает, их всех примет, но это тоже же нехорошо, потому что он должен освободить, получается, свой кабинет, потому что бывает такое, что в кабинете определенное время работает там один врач, потом другой. Я сегодня прихожу, в общем, мне сказали узнать. Я говорю, в каком кабинете принимает терапевт? Узнать в регистратуре. Хорошо, в регистратуре кабинет номер один там, например, да? Я подхожу к этому кабинету номер один, на нем написано ЭКГ, врач, там нет терапевта, ЭКГ, там все, вот типа сюда. Я иду обратно, я говорю, что-то это, мне говорю, у меня там терапевт. То-то, то-то. А там ЭКГ написано. Да, идите сюда, там терапевт принимает. Круто. Это ты приходишь, на кабинете написано ЭКГ, твоего врача там вообще нету, но там принимает твой врач. В общем, это как... Дорогой там, дай мне там сахар, вот на полке стоит. Да, а где, вот тут вот сахарница, да, нет, там, где написано соль, да, там сахар. Так и здесь, кабинет ЭКГ, но там ваш терапевт. Вот, короче, в общем, интересные у нас поликлиники. Самое главное, там, конечно, им нужно оборудование, потому что у нас оборудования вообще нет. Простые обычные компьютеры, если так работают, тормозят, и вообще, как можно, мы все еще как в советские времена. Вообще, на печатных машинках, мне кажется, быстрее было бы тун-тун-тун-тун-тун напечатать вот это все и отдать эту бумажку. Вот. Так что, в общем, смотрите, получилось так, что 2 месяца назад я приходила к терапевту, чтобы она меня записала на очередь на талон, который вообще никак не получишь несколько месяцев. Я пыталась, бесполезно, сказали через терапевта. Я через терапевта пришла. Она меня записала на очередь. Я сейчас прихожу. Говорю, так и так, уж 2 месяца прошло, и как бы мне никто не звонит. Ой, а ваш терапевт уволилась. Все, теперь новый терапевт. Я такая, блин, и чё? Ну, как бы тех данных нету. Все, нет этих данных. То, что мне там, что я на очередь записала, что там, то, что мне там по направлению. В общем, этого ничего у них нет. Ладно. Они начали смотреть мне, чтобы, ну, записать опять повторно. В общем, там все решилось хорошо, но дело в том, что ты же не знаешь, ты можешь так полгода пройти, может. Или там, когда у тебя получится с работы отпроситься, и ты вот придешь и просто узнаешь о том, что база твоего-то терапевта уже нет, он уволился. Очень часто увольняются врачи. Текучка вообще огромная. Просто нереально, чтобы вот я уже сколько вот тут, я уже нескольких врачей поменяла, получается, теперь второй терапевт, второй лор, сейчас ее нету, кстати, вот, который 2 месяца нету, там людей отправляют, ну, ладно, это другое, вот, так что, когда вы идете в поликлинику, запасайтесь уймой времени просто, ну, в общем, вам надо будет отпроситься с работы пораньше, прийти туда пораньше обязательно, и это не факт, что вы там закончите все эти дела в этот день, даже если вы там 3 часа будете. Потому что мне, например, дали направление, мне надо, чтобы по этому направлению еще в регистратуру записаться.
на день там на какой-то, а чтобы записаться, я сегодня не могу, они записывают в среду после 2. Обалдеть, мне надо взять эту бумажку, пойти туда, а там другое расписание, прийти сюда, потом туда прийти, и там мне дадут, запишут на другой кабинет, там какое расписание, неизвестно, на когда, но там уже окончательно должны записать. Вот, так что очень интересные поликлиники, как в каждом городе, наверное. Вот в Тольятти мы когда были в поликлинике, мы там бывало стояли по 3 часа с температурой даже, дети там с температурой вдоль рядочка, вдоль вот этого вот как коридора, ни стульев, ничего, на полу сидели, там пили, ели, брали с собой воду, просто ужасно просто было. И вот эти времена настали здесь. Ну и в Самаре тоже, кстати, если к детям там тоже мы сидели очень долго, потому что хороших врачей мало, а один просто, один обычно. Вот, и ты, чтобы к нему попасть, естественно, там очередь, это весь город, там, я не знаю, там весь район, это просто нереально, вот. Тут еще такая фишка, что в поликлинике нет платного врача. Он один, и он принимает только бесплатно. Платного у него ничего нет, потому что он, видать, бесплатно не может всех принять, он не успевает. Поэтому платного у него нет. Обычно там бывает, что 2 врача, один платный, другой бесплатно. Или там у кого когда там платно, там в определенное время, там в определенное бесплатно. Тут нет платного в поликлинике. А если не в поликлинику идти, то там очень дорого. Вот, поэтому все стараются попасть как-то в поликлинику. И что плохо, здесь нету всех врачей в одной поликлинике. Если вам там нужен кардиолог, да, он там. Если вам нужен терапевт, он там. Если вам нужен там кто-то еще, он в другой поликлинике. Если вам нужен... И не так, что вам надо квартал 2 проехать, там и 3. Бывает, вам надо там 4 километра проехать, бывает 10, бывает офигеть, там другое вообще... Ну, вообще нереальное расстояние надо преодолеть, чтобы... приехать к врачу, здесь очень просто все разрознено. Я сегодня провела в поликлинике 3 часа, зашла только к терапевту и в регистратуру, все. Всем здоровья, терпения и все, привет вам из Питера. Всем пока, спасибо.